канале Тики Таки Кук. И мы сегодня будем открывать супер шарики, которые не лопаются. Смотрите, ребята, вот такая маленькая коробочка. Это набор для надувания супер крепких пластиковых пузырей. Необычно, я такое никогда не видела. Сзади есть инструкция, в которой показано, что нужно сначала нам открыть наш пузыречек, потом выдавить, там будет специальная такая штучка на нее чуть-чуть, и дуть. И вот еще показано, что вот мальчик, ну, неважно кто, берет этот пузырь руками, и он как бы не лопается. Должен быть супер крепкий. Мне очень интересно, я такого еще никогда не видела. Опа. Так, что у нас есть в наборе? Получается вот такой вот тюбик. Это как клей или крем. Я думаю, наверное, все-таки наши пузыри будут цветные. И две вот такие штучки. На эту мы будем накладывать сюда наши пузыри, а сюда дуть. Ну, это как свисток. А вот эта вот штучка нам нужна будет. Давай я покажу для чего. Вот, мы вставляем наш тюбик сюда. И потом наматываем его. Мы берем колпачок другой стороной и вот так вот протыкиваем. Вот, теперь он открыт. И мне кажется, что он таким вот цветом внутри. Вот, смотри, давай, Ярослава, я тебе покладу, а Рита себе, да? Мы попробуем сперва, потому что я не знаю, как правильно ним пользоваться. Все? Ох! И правда, смотрите, какие крепкие, как же ж его отцепить? Только не выдавливай больше, Ясь. Вот, я думаю так, а ну держи. Ой, у Риты синий такой цвет. Это как у тех пузырей, которые мы открывали. Все, хватит, наверное, ну давай я помогу тебе. На тряпке не лопаются. Они так же пахнут, как у тебя пузыри. Ну что, девочки, пробуем дуть. Берем и надуваем. Смотри, у Риты получается. Дуй, дуй, дуй. Ох, у Ярослава уже больше. Нужно, наверное, не сильно много накладывать. Ой! Ярослава прицепилась к волосам. И получается, что он лопнул, да? Все, не получилось. Давай мы уберем и тебе другое покладем. А мы давай попробуем Ритин отцепить. Она уже его надула. Смотрите, он не лопается. Такой плотный. А ну давай его поставим. Ярослава. Не лопается. Как же ж нам теперь его отцепить? Интересно. Никак. Не получилось. Он сдулся. Нет, еще не сдулся. Давайте, девчонки, попробуем еще раз. Накладывайте. А тяжело дуть, девочки? Рита, а у меня же лопнул. А ну да, я попробую. Все, я А ну дуй. Ох, какой он. Дуй, дуй еще, еще дуй. Все? Ну, если хочешь, можешь все. Да, я попробую. Если будет. Все тяжело. Вот такие вот шарики шар. Получаются. Да, 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 смотри, да, крутишь его, крутишь, он не спадает. Дай. Держи. Спускает по чуть-чуть. А ну еще дуй. Будет надуваться. Вот это я понимаю, мыльные пузыри. Интересно.
интересно, но, наверное, никак не получится нам их отцепить. Ребята, если вы когда-нибудь надували такие пузыри, напишите нам в комментариях, пожалуйста, их вообще получается отцеплять от этих свистков или нет? Может, мы просто не умеем? А ты его вот протыкаешь, когда пробуешь, и все, он лопается, спускает. Может, закрутить как-то? Нет, получается, не получится. Не получится, да? Вот, ты его, получается, отрываешь, и он сразу спускает. Нет, у меня не спустил. Не спустил. О, смотри, Юрий, ты получилось. Он сильно падает. Смотри, Ярославочка, давай сделаем мы тебе так, еще раз надуем. И попробуем его так завязать как-то. Рита, молодец. Рита. Так он даже, смотри, да? Он даже прилипает. И ты его потом отцепляешь, и он не лопается. Правда, очень крепкие. Давай, будешь дуть, Ярослава? Еще, будешь дуть себе? Да, да. Да, я хочу такой колкурит. Я его буду целую вечность. Давай, надувай. Все. На, еще, бери. Я вот так попробую. Давай я выдавлю тебя. Тут как-то синий. Рита, а ну сделай Ярославе шарик. Сейчас. Как-нибудь попробую. Надуй меня. Да, что-то плохо, Ярослава, не получилось. Видишь, ты как-то его плохо надула. А ну-ка. Не, он сдувается как-то. Ой, у Ярославы спустил. Ну, сейчас сделаем еще, Ярослава, тебе не прикольно, переживай. Прикольно, жвачка для рук получается хорошая. Самой получается жвачка для рук. Держи. С пузырями. Вот теперь я понимаю, для чего поклали эту палочку, потому что очень тяжело их выдавливать. Поэтому вот так вот их и закручивают. О, а так хорошо. Понятно теперь, для чего она нужна. Да, вот смотрите, остальное, что у нас остается с шарика, вот мы взяли, так такое получается, как лизун или жвачка для рук. Ну, к рукам не липнет, руки не красятся. Смотрите, ребята, какие мы понадували шары. Этими шариками можно поиграться, они не лопаются сразу. Ух, к ребятам улетел. Лови! Ух! Так клёво, можно ними прямо поиграть. Пикачу полетел. Ярослава, куда ты его вечно бросаешь? Улетает он от тебя, не хочет. Этот что-то слабенький такой получился. Ага, почти как. Все, спустили его. Осталось два. Вот он за тобой улетел. В общем, прикольные получились у нас пузыри, необычные, таких мы еще не видели. Мне, например, очень понравилось. Папочка мне еще один сделает. Сделают, конечно, тебе. Сейчас будете дуть. Еще вот пооставалось у нас по пол тюбика. Ну, говорите ребятам пока и будете дальше еще дуть. Экспериментировать. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока. Хе-хе-хе.